Часто продавцы и консультанты только и рассказывают о своем продукте и услуге, которые они продают. Как вы думаете, это верно? Это работает? Абсолютно правильно. Это в корне неверно. Человека, вашего потенциального клиента, интересует только он сам. Значит, вы должны рассказывать о нем. Как ваши товары и услуги улучшат его жизнь? Говорите ли вы о том, что волнует человека, который сидит рядом с вами? Или вы заинтересованы лишь в том, чтобы как можно красочнее описать свое предложение? Есть очень хороший способ этому научиться. Постоянно смотрите на себя, как на покупателя, в магазине, в банке, в салоне красоты. Обращайте внимание на то, как с вами обращаются, что вам рассказывают, что именно побуждает вас приобрести. Или наоборот, отталкивает как клиента. Постоянно наблюдайте за собой, когда вы именно покупатель. И когда вы будете общаться с вашими клиентами, то сможете искренне понять их и предложить им именно то, что они хотят. В результате вам не придется убеждать или уговаривать, потому что человеку нужен ваш продукт или услуга. Вы помогаете ему решить его задачи. Только так и никак иначе. В центре всегда ваш клиент и его интересы.